Реча, ну ходи! Реча, ну ходи! Реча, ну ходи! Реча, ну ходи! Жор с Майя Санду! Жор с Майя Санду! Жор с Майя Санду! Жор с Майя Санду! Демиссия! Слово предоставляется нашему активисту Иван Паня. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Очередной премьер, очередной отчет и очередной нулевой результат для нашего народа Молдовы. С каждым днем становится все хуже и хуже. С каждым днем народ беднеет, людей уезжает все больше и больше. С каждым днем правительство ПАС борется с каждым гражданином Молдовы. Они борются сегодня с Гагаузией напрямую, не включая нашего Башкана в правительство. Они борются с нашими законами, они хотят уничтожить Гагаузский край. Хватит это терпеть. Для Молдовы спустя эти 3 года ничего хорошего не пришло. Только с каждым днем хуже и хуже, хуже и хуже. Молодежь уезжает. Уже старшее поколение уезжает на постоянное место жительства в другие страны. Кто останется в Молдове благодаря им? Молдова останется пустой, и они попросят выключить свет? Нет, мы хотим жить в нашей стране, мы хотим, чтобы Молдова процветала. Мы хотим мира в Молдове. Мы хотим, чтобы социальные программы были. Мы не хотим бесполезных покупок. Мы хотим, чтобы делались дороги, чтобы ремонтировались садики. Но мы не хотим больших зарплат для представителей этой бесстыжей власти. Мне стыдно, что у нас такое правительство. Мне стыдно, что у такого хорошего народа, как народа Молдовы, все настолько плохо. И все благодаря этим людям, которые сидят в этом здании. Все благодаря ПАС и их друзьям, товарищам. ЖОС ПАС! ЖОС ПАС! ЖОС ПАС! ЖОС ПАС! ЖОС ПАС! ЖОС ПАС! Настало время объединяться всей Молдове, объединяться против ПАС. Хватит сидеть. Дорогие граждане, стряхните эту лапшу со своих ушей. Очнитесь, выходите на протесты с нами, высказывайте свое мнение, боритесь с нами. ЖОС МАЙЯ САНДУ! ЖОС МАЙЯ!